Всем привет! Мы сегодня опять выезжаем. Солнечный день. Решили съездить по делам. В общем, нам позвонили наконец насчет света. Сказали приезжать за проектом. Ну и заодно узнаем, когда нам что доделают. Когда нам уже проведут эти три фазы, сделают, чтобы мы смогли пользоваться приборами, которые требуют больше мощности. Сейчас приехали за прицепом, потому что заодно хотим съездить за опилками. Меняем куром частенько, чтобы у них сухо было, чисто. Вот, поэтому нужно побольше еще привезти, уже кончаются. Приехали за прицепом, а тут такие чудеса. Сейчас покажу. Ой. Тут у нас, во-первых, Саша бегает с собакой. Вот, и прицеп весь заваленный снегом, так как у нас была большая расчистка. У Саши фитнес начался вот уже не у дома, а у соседей. Вот такие вот дела. Привет! Ты что это у соседа решил почистить? Да скучно, всегда все расчистим. Да. Сложно будет просто так добраться до прицепа. Собачки бегают тут у нас. Рыжик! Глянь, что делает. Собака! Привет! Ой, как хорошо, да? Как хорошо. Иди сюда. Иди. Иди. Иди, собака хорошая. Не укусишь? Да нет, скажи, я не кусачая собака, да? Хорошая. Доехали до пилорамы. Успели в обеденный перерыв как раз. Боялись, что не успеем, пока очищали прицеп. Вот у нас вот здесь вот классно очень сделано. Все под крышей, да? Да, тепло. Хорошо. Вообще супер. Ветер не дует. Почему в обеденный перерыв? Да я помню, что ли? Ну, короче, нет. Просто почему в обеденный перерыв мы должны успеть? Соответственно, не в обеденный перерыв. Тут работа идет всегда. Мужики работают, и сюда не пустит никто. Поэтому, если нужны опилки, надо приезжать сюда только в обеденный перерыв. И насыпать. Да. Заодно мужикам тут подчищаем. Ну да, и им хорошо, и нам хорошо. И бесплатно. Что самое важное. Да. Так, ну все, мы будем насыпать. Сиротские мешочки наши. Супер узел. Нож главное не забыть. Вот так вот обняли мешок за горло. Мокряк. Да, морозит сегодня хорошо. Странно, с утра было в 7 часов минус 13, а в обед минус 12. Что-то не особо как-то потеплело. Но обычно днем как-то поменьше градусов. Должна зимой быть зима хоть чуть-чуть. Согласна. А то уже февраль начался.
Не успеешь оглянуться, уже лето. А там опять зима. Ой, да. Как бы ни было холодно, я зиму люблю больше. Зря, я и говорю, зря. Мы прям рады, что открыли для себя эту пилораму, да? Да, вообще офигенно. Очень здорово. Во-первых, понятно, во сколько приезжать можно насыпать. В любой день в обед приехал и насыпал, пока они не работают. Всегда есть опилки. Причем их море. Хоть на грузовике подъезжай, да? Да. Тут причем не одна пилорама, а несколько. Ну, тут таких, да, отделений много. И, ну, все есть. Горбыль очень хороший забрать. Он показывал? Пойду покажу, да. Вот есть вот такой вот двухметровый горбыль. Что-то нам говорили, тут раз 1500 куб стоит. В куб входит 80 штук. Вроде бы. Вот, вот такая, по-моему, это называется обрезная доска. Очень хорошая. Но это, наверное, трехметровая. Ну, вот и длинная есть обрезная, и бревна. Но тут вообще очень клево. Туалетики классные стоят. Пойду туалеты покажу. Мне прям очень понравились. Я бы хотела себе нам такой в сад. Вот, вы такие. Ну, видно, наверное, не буду ближе подходить. Очень классные туалетики. Вот такая досочка. Так, муж, ты мне такой туалет в сад купишь? Купишь? Он не хочет мне туалет покупать. Не, реально классный. Не, классный. Вообще. У них, я вот, кстати, сходил сегодня, по секрету скажу. У них вот такой же он там стоит. У них внутри, знаешь, такая ручка из сучка такого кривого сделана. Классная, внутри. И вообще очень здорово. Мне понравилось. Так, ну ладно, мы сейчас догрузим еще один мешок. И поедем дальше, да? Да. Снимать уже не будем этот мешок. То мы доехали до наших электросетей. Россети, да. Пойдем заберем наш проект и узнаем, что нам дальше с ним делать. Ну да, узнаем, когда нам что приедут копать, да, дальше вставлять столбы и так далее. Все, побежали, потом расскажем, да, что нам ответить. Да. Вот он, наш проект. Хороший наш. Да. Ну все, подготовили проект, короче, сказали теперь ждать, пока столбы будут ставить и подключать уже, потом позвонят нам. Поэтому все, мы поехали домой. Сказали, берегите его. Да. Так, ну все, мы в городе все дела сделали. Поедем теперь. Да. Поедем теперь мы домой, разгрузим прицеп. Что еще? Отгрузим прицеп. Блин, его же еще обратно. Да, его еще отвозить. Вот. Ну все. Да. Поехали, короче, домой. Красавица моя гуляет. Так, ну все, мы приехали. Сейчас будем разгружаться, да, сразу. Так, мы, наверное, сейчас два мешка сразу к ласке, да, поставим? Да. В отделение, где ласка у нас, и
утки с цесарками. Мы сразу два мешка поставим, чтобы потом не таскать. И уткам менять, и ласки сыпать. Будем разгружаться сейчас. Все, мы прибыли к дому, разгрузились, промерзлись, да, чуть-чуть? Чуть-чуть. Кто-то не чуть-чуть. Синее. Сейчас пойдем отогреемся чайком, отгоним прицеп обратно вниз, ну и чем еще найдем себя чем занять. В общем, видео наше подошло к концу. Спасибо всем, кто ставит нам лайки. Отдельное спасибо тем, кто ставит дизлайки. Не забывайте досматривать наше видео, кстати, до конца. Мы после даже финальной заставки, если вы заметили, обычно какие-то кадры еще довносим, домонтируем, да, туда. Интересные кадры бывают. Да, бывают интересные. Получается что-то вставить в конце самое смешное. Вот. В общем, не забывайте подписываться на наш канал. Переходите в нашу группу ВКонтакте, все ссылки есть в шапке канала. И всех обняли. Пока-пока. Пока. Погнали. Кого угнать? Домой. Ага, ага. Попался? Кто? Кто такой? Кто такой? А? Че ты на меня наступаешь-то? Че ты идешь со мной? Деловая какая, а? Дымка, дымка, кс-кс-кс, дымоля. О, интересуетесь, да? Сонь. Мы, по-моему, уезжали, он так лежал. Даш, ты так лежал, когда мы уезжали. Кто это тут морчит?